Относительно названия реки Оки у ученых нет единодушия. Одни считают, что название это славяно-литовское. Известно, что славяне и литовское племя Голядь, жившие в верховьях Оки, были соседями. Те, кто придерживается именно этой точки зрения, считают, что название Ока происходит от слова «ока». По-литовски «окис» значит «глаз», «родник». Кроме того, Ока также и по-латышски значит «родник». Известно, что в истоках Оки в древности действительно существовал родник. Другая точка зрения достаточно традиционно связывает происхождение названий рек с языком финно-угорских племен, обитавших здесь задолго до прихода на эти земли славян. Происходит топоним, согласно этой точке зрения, от слова «йоки», что значит «река». В говорах Владимирской области прилагательное «дошлый» употребляется для характеристики ветреной погоды. Однако в словарях у прилагательного «дошлый» совсем другое значение. Слово «дошлый» употребляется применительно к человеку. «Дошлый человек» – человек ловкий, хитрый, хваткий, изворотливый. Как же связаны эти значения? Прилагательное «дошлый» образовано от глагола «доходить» и первоначально означало «дошедший» своим умом до решения какой-либо задачи. А глагол «доходить», в свою очередь, образован от глагола «ходить» в значении движения. Поскольку ветер движется, то и ветреную погоду можно охарактеризовать прилагательным «дошлый». Истекший или истекший месяц. Правильно ли вы пишете это слово? А может быть, возможны оба варианта написания? Действительно, возможны оба варианта написания, но их выбор зависит от контекста. Давайте разбираться. Это два разных причастия. Если слово можно заменить синонимом «прошедший», то пишем через «е». Обычно речь идет о времени, которое истекает метафорично, неявно. Если же речь буквально об истечении чего-то, какой-то жидкости, то пишем «ё». Таким образом, говорить «истекший месяц» некорректно, ведь речь идет о прошедшем. Слово «крафтовый» входит в русский язык и набирает популярность, начиная примерно с 2012 года. Оно происходит от английского слова «крафт», которое можно перевести как «искусная работа» или «ремесло». Этим прилагательным часто называют продукты, сделанные не на заводе, а в мастерской маленькими партиями по индивидуальным рецептам. Крафтовые продукты по своему замыслу должны отличаться от ширпотреба гораздо более высоким качеством, насыщенным вкусом и натуральными ингредиентами.